Ребята, перед началом видео я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы подписываетесь, за то, что вы лайкаете, за то, что вы меня так поддерживаете. Мне очень приятно, поэтому я хотела выделить вам огромную благодарность. Огромное-огромное вам спасибо. За то, что вы вообще есть. Вот, всех люблю, конечно же, и всех обнимаю. И начинаем распаковку бумажных сюрпризов. Привет, дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня у нас будет распаковка бумажных сюрпризиков. Появилась у меня тут новинка. Коллекция шапок, просили в комментариях. Такие вот пакетики тут с ежиком. Пандочки и шапочка. И давайте с вами возьмем пандочки. Далее наша прошлая новинка. Животные. Давайте с вами возьмем, ну, вот такой вот. Вторая наша прошлая новинка. Макияж. И давайте, ну, с блесочками давайте возьмем. Красивенький такой. Коллекция мышки. Давайте возьмем с битой. Какой-то котик по знаку зодиака. Давайте возьмем такого. Голубая тема. Давайте сердечками возьмем. Модная куколка. Давайте возьмем вот такую вот. Наш каталог. Какой-то котик по знаку зодиака. В прошлом видео нам Овен попался. И мы закончили с вами такую страничку. А в этот раз на второй страничке нам попадется. Так, открываем. Вот такой котик нам попался в тыкве под номером 12. И это скорпион. Вот так вот. Так, приклеим пакетик с вами. Знак наш вот сюда. Далее наша коллекция. Это мышки. В прошлом видео нам вот такая мышка попалась, которая говорит, хватит на меня повышать буквы. Что попадется в этот раз? Под номером 3. Вот такая стеснительная мышка нам попалась. Приклеим. И в следующем видео мы с вами закончим уже эту коллекцию. Так, и давайте мышку эту мы вот сюда с вами приклеим. Вот так. Следующая наша коллекция. Это в этом уже каталоге новом. Модные куколки. Я, к сожалению, не смогла отклеить эти пакетики, поэтому придется как-то ютиться так. В прошлом видео нам такая куколка попалась. Тут у нас под номером 2. Вот такая вот куколка с шарфиком нам попалась, бантиками такими прикольненькими. Так, и она идет вот сюда вот. Так, стараемся приклеить ровно. Вот так вот. Вот так у нас уже получается. Так, приклеим наш пакетик. Вот так. Следующая коллекция. Это
голубая тема. В прошлом видео нам попался фотик. Открываем. Под номером 5. Это нам такой мячик попался. Волейбольный. И вот сюда вот наш пакетик с сердечками. Далее коллекция животные. В прошлом видео нам барашек попался. А в этот раз нам попадается под номером 4 такой бегемотик. Так, номер 4 вот сюда. И приклеим наш пакетик вот сюда. Следующая наша коллекция, прошлая новинка, это макияж. Такой макияж нам попался в прошлом видео. И сейчас посмотрим, какой макияж в этот раз нам попадется. Тоже какой-нибудь прикольненький. Пакетик порвался. Я очень не хочу рвать пакетик. Откроем как-то вот так вот, чтобы не рвать его. Hello, darkness, my old friend. Та-дам! Ну ладно, это ничего страшного. Это я. И нам в этот раз такой макияж попался с сердечками, тоже красивенький, под номером 2. Он идет вот сюда вот. Вот сюда. И далее переходим к нашей новиночке. Это шапки. Я вот так украсила страничку в виде полок. И посмотрим, какая шапка нам попадется. Открываем. И такая нам шапка-ушанка попалась. Под номером 2. Вот сюда вот. Так, и приклеим на полочку ее. Вот так вот у нас получилось. Ну а на сегодня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Всем пока!